если, говорят, вот мужчине оргазм необходим, потому что нет оргазма, нет потомства. А вообще женщине оргазм зачем? Просто для удовольствия. Нам природа дала оргазм для того, чтобы мы получали удовольствие и хотели заниматься сексом, в том числе и с мужчинами. Хотя, конечно, женщины могут с разными людьми сексом заниматься. Но никакой функции, кроме как получать удовольствие, у женского оргазма нет. Вот так вот. А я вам говорила, вот все то же самое.